Всем привет! С вами снова компания Faberlic, и я фэшн-директор Андрей Бурматиков. Настало время новых трендов, новых настроений и приключений. И сегодня Faberlic представляет коллекцию модной одежды с восточными мотивами Ориенту. Трикотажное платье с набивным рисунком, повторяющим причудливые узоры марокканской плитки. Дополните платье широким поясом, чтобы сделать акцент на тонкой талии. Обратите внимание на комплект украшений: кулон на шнурке и широкий браслет в виде золотых бабочек. Крупные золотые украшения – безусловный тренд этого лета. Бежевое платье сафари с атласными деталями – безупречный вариант на каждый день, как на деловую встречу, так и на прогулку. Стиль сафари зародился в 20-х годах. Тогда же появилось и само слово «сафари», обозначающее путешествие. Но настоящий пик его популярности пришелся на 70-е годы в Париже. Сегодня же платье сафари – неотъемлемый символ лета в городе и обязательный предмет базового гардероба каждой девушки. Подберите босоножки в тон и создайте стройный силуэт с длинными ногами. Обратите внимание на стильный комплект аксессуаров с перламутром. Хлопковое платье полуприлегающего силуэта, декорированное кружевом. Каждая юная леди оценит такое по достоинству. Ведь кружева смотрится невероятно нежно, изысканно. Это то, что нужно для настоящих мечтательниц. Песочного цвета комбинезон из легчайшей вискозы. Королеву делает свита, а модный комбинезон – детали. Тут это и удобные карманы, и кулиска на талии со шнурком, декорированным кисточками, и отделка золотыми пайетками. Не хотите ломать голову над новым комплектом? Наденьте комбинезон. Он будет настоящей палочкой-выручалочкой. Ведь в комплекте с каблуками он может быть альтернативой коктейльному платью. Туника с набивным рисунком и брюки из вискозы. Этот комплект создаст особое настроение и перенесет вас в восточную сказку. Богатый, пурпурно-красный. И сочетание двух видов рисунка – это изысканная импровизация наших художников, продуманная до мелочей. Завершат образ босоножки из бархата цвета фуксии на зеркальном каблуке. Юным модницам так хочется походить на старшую сестру. Обратите внимание на брюки на резинках с коралловыми лампасами по бокам. Это ультрамодное решение. Посмотрите, как изумительно смотрится этот комплект на девушке элегантного размера. Чтобы образ был завершен, дополните его сумкой близкого оттенка и изысканными аксессуарами. Один из самых острых трендов сезона – сочетание между собой оттенков красного, розового и оранжевого. Посмотрите, как прекрасно сочетаются коралловая блуза и бордовые шорты-бермуды. Декоративная шнуровка придает образу чувственности, и вы выглядите женственно и легко. А на детском трикотажном платье свободного силуэта обосновались бабочки всех цветов. Настоящий праздник лета и каникул. А декоративная тесьма делает платье необыкновенным. Трикотажные шорты под деним и яркая хлопковая рубашка цвета солнца. Такой комплект точно поднимет настроение жарким летним днем. Для морских путешествий прекрасно подойдет классический купальник глубокого синего цвета. Не забудьте дополнить пляжный образ яркой туникой. Дизайнеры в этом сезоне предпочитают цветочные принты. Это легчайшее платье из вискозы украшено рисунком в стиле пэтчворк. Оно будто собрано воедино из кусочков и лоскутков. А деликатная отделка небесно-голубым кружевом дополняет эффект применения ручной работы. Платье смотрится женственно и современно. На юной модели платье цвета сирени. Пастель,
один из супер-трендов нового сезона, так что самое время пополнить гардероб нежными оттенками. Трикотажная удлиненная блузка прекрасно сочетается как с брюками, так и с юбками различного силуэта. А степень прилегания можно регулировать шнурком на талии. Обратите внимание на отделку черным кружевом. Оно не только элегантно смотрится, но и подсказывает цвет обуви. Черные босоножки идеально закончат образ. Этот васильковый купальник выглядит как комплект из трусиков и драпированного топа. На самом деле он слитный, что очень комфортно на пляже. Вы будете чувствовать себя уверенно на 100%. Яркая парочка. На юной леди футболка с индийскими мотивами, обыгранными пайетками, а на рукавах вставки из ажурного кружева. А юному герою придаст уверенности и раскрепощенности модная майка с желтой окантовкой и острым принтом. Хит коллекции – трикотажная юбка с разрезом и шнуровкой на бедре. Удобная и не сковывающая движений, она позволяет чувствовать себя уверенно. Монолуки с каждым сезоном набирают все большую популярность. И теперь дизайнеры предлагают подбирать сумку в тон одежды. На юной принцессе яркий топ в заморском этническом стиле яркого кораллового цвета с аппликацией и кисточками на плечах. Этот топ сочетается с озорной трикотажной юбкой в стиле ориентал. Похожий образ на модель элегантного размера. Посмотрите, как коралловый оттенок прекрасно подчеркивает цвет кожи. Свободный силуэт и вырез, обрамленный кружевом, будут прекрасно смотреться на любой фигуре и подарят ощущение комфорта в жаркий летний полдень. Для истинных непосед мы приготовили модные комплекты в ярких цветах. Главный тренд в детской моде – разнообразные принты, например, анималистичные, как на этой желтой майке с тигром. А девочкам предлагаем примерить голубые шорты с отделкой тесьмой в виде крошечных бонбонов. Ну и, конечно, яркий топ с рукавами-крылышками. Не обойтись в летнем гардеробе и без брюк. Faberlic предлагает вот такие – бежевого цвета, прямого силуэта со стрелками. Такие брюки легко сочетать с любым топом или блузкой. В данном случае это трикотажная футболка, собранная из разного вида рисунков и разных тканей. В комплекте работает главное модное правило – сочетайте сложное с простым. Брюки карго – настоящий хит. Пояс на резинке со шнурком позволит отрегулировать объем по талии, а обилие накладных карманов – настоящая находка для юных исследователей. Завершает наш показ длинное платье из шифона свободного силуэта. Флористическая романтика приобрела форму воздушных платьев. В моде цветочный total look. Босоножки на шнуровке в тон платью – лучший выбор для завершения образа. Легкий, игривый и свежий образ создаст настоящее летнее настроение. Друзья, подарите праздник себе и своим близким. Будьте яркими и модными. По-восточному тонко подчеркните свою индивидуальность, а поможет вам в этом множество готовых решений из нашей коллекции ориентов. Оставайтесь с нами, следите за новостями, мы будем продолжать вас радовать и удивлять. С вами был я, фэшн-директор Андрей Бурматиков. Faberlic – новый, модный для тебя.